Сотрудников следственного управления сегодня чествовали и в Сочи. Представители этой непростой профессии пригласили на торжественное собрание. Их приветствовали руководители города. Анатолий Пахомов отметил важность выполняемой следователями работы и еще раз поблагодарил за вклад в успешное проведение Олимпиады. За время игр не было совершено ни одного серьезного преступления. Ваша служба тяжелая и сложная, а ответственность, лежащая на вас, большая. Но тысячи доведенных до суда дел, спасенных судеб, восстановленных репутаций – это ваша заслуга. Отдельное спасибо всем за проведенную работу во время подготовки и проведения Олимпийских игр. Мы действительно вместе с вами провели эту работу достойно. Да, конечно, успешная работа ваша в период подготовки проведения Олимпийских игр. Непосредственно от Следственного комитета отдела в городе Сочи. Все показатели, которые были достигнуты Следственным комитетом, и показатели довольно-таки значимы, они дают оценку работы Следственного комитета. И очень высокие. В этом году сочинские следователи зарегистрировали более 1500 сообщений о преступлениях. Только сегодня 350 уголовных дел находятся в производстве. 130 из них уже рассматриваются в суде. Это тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни граждан, экономической, коррупционной направленности и преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. Все это легло на плечи 40 следователей, которые работают у нас в Сочи. Все следователи молодые, инициативные, вместе с тем обладают необходимым и опытом, и знаниями, и возможностями. Главное, есть внутренняя романтика, которая очень необходима следователям. Условия работы сочинских следователей в ближайшее время будут значительно улучшены. Постановлением главы города уже выделен участок для строительства нового здания Следственного комитета. Сейчас работа в стадии проекта. В завершении торжественного собрания лучшие сотрудники управления получили благодарственные письма, нагрудные знаки от сочинского следственного отдела, а также главы города и председателя городского собрания Сочи за профессионализм и безупречную службу. А руководителю сочинского следственного отдела Владимиру Терентьеву вручили знак отличия за вклад в развитие города Сочи.